have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, 22-я серия начинается с огненного привета. Поехали дальше, лифт мы включили. На самом деле, надо бы, наверное, по возможности, когда будет возможность, немножечко больше прокачать еще именно Рипера. Рикошет я ему не хочу, потому что именно вот этой его функцией я не пользуюсь. Мне нравится его функция на удержание врага от меня, поэтому... Это же похоже на двигатель, но, знаете, на... Офигенно. Ну, сдохни. Да ну, нормально, он мне как раз уже начинал бесить потихонечку. Нормально. Избавились от двоих придурков. Ну, то есть, вы видели, Чен абсолютно обычный... Абсолютно обычный некроморф, он не босс, он ничего. Селвич. О, кстати, это перезарядить можно бы. Ладно. Беги, пожалуйста. Это я понимаю. Go это не то, что хотелось бы делать. Да, это я понимаю, да. Так. Игра решила глюкнуть. Все нормально. Меня просто выкинул на рабочий стол. Беги, пожалуйста! Ну, пожалуйста же, ну беги, когда тебе shift-то нажимают. Жизни мне не осталось, отлично. Было бы неплохо, чтобы ты бежал, когда тебе нажимают бежать. Айзек, блин, я бы тебе... Был бы так благодарен. Я тебя понял. О, у нас заставочка. Оп. Меня наша же антенна меня затащила обратно, да? Супер. О, это же то же самое блевотное место, которое у нас было. Isaac, come in. I'm here. Arkham was close. Chen, Johnston, now Hammond. And I'm tracking movement from the Valor. I think some of those mutated soldiers made it on board. А, конечно. What about the Valor's singularity core?
Конечно же, один из мутантов добрался до нас теперь. Ну, это так они оправдают то, что у нас теперь на корабле будут эти мутированные солдаты быстрые. Да открой мне дверь! Ага, wreckage, ачивочка появилась. Мне бы, наверное, где-то десятый чаптер End of the Day. О, слушайте, может там последняя? Последние дни, конец дней. Так, нам туда. Вы новый лут мне положили или нет? Да, спасибо. Новых врагов игра постоянно подкладывает. Новый лут. Да, наверное, давай не сейчас, да? Вот так вот. Сохраняемся. Так, мне бы жизни, мне бы. Не напугали. А где тут был? Ну как же достала темнота, серьезно? Как же, блин, достала темнота? Это просто непередаваемо. Это просто бесит. Что тут у нас? А, это через здесь я пришел. Вроде нет, ладно. Дверь все равно смогла закрыться. Туда нам. Main Atrium. Вот как в это играть? Вот что вы сейчас видите перед собой? Что вы, блин, сейчас видите? Я ни черти еще не вижу. Блин, все засрано, все задымлено. Мне туда вообще. В электросистемы не пойду. Меня еще, кстати, этот взрыв может и убить. Если я кину под себя, туда надо хорошо. Пофиг, сохраняемся. Я не хочу все это потом перепроходить по 10 раз. На первый этаж пошли. Что мы сейчас делаем, по сути? В лифте оно не работает или что? Да, в лифте оно не работает. Спасибо. Reach the executive shuttle. Мы валим отсюда? Погоди. Или... Не, да? Нам туда. Подожди минуточку. Security request retrieved. Security, come in. We've been boarded. I repeat, the ship has been boarded. We are under attack. They killed most of the deck staff. Where the hell is Steve Benson? We need security backup now! Guns are useless. We... What in God's name is that? Security backup, который вы хотели. Вот что это было.
В общем, Магазы и Бенчи распределены очень непропорционально. То есть, смотрите как. Игра тебе говорит такая, давай бэктречить будешь. Заодно попадешь куда тебе надо. Но как только ты начинаешь бэктречить, на тебя вылазит больше, чем ты с этого зарабатываешь. А просто по пути тебе ни хренище не попадается. Ну, хотя вот магаз. Вот. Но мне нужен еще и этот... Да, новая схема. А, погоди, эта схема была на... Схема была на большие аптечки. Ну и толку мне сейчас от этой схемы на большие аптечки? Вы что, думаете, я их покупать, что ли, буду? Наивные. По 10 тысяч! 3 поинта восстановления за 10... Игра-то смешная, конечно. 3 поинта восстановления за 10 тысяч. Смотрите, какая штука прикольная получается. А зачем мне покупать? То есть тройная аптечка останавливает мне 3 поинта. Средняя аптечка, которая за 5000, восстанавливает мне 2 поинта. Поэтому, глядите, если купить 2 средние аптечки за те же самые 10 тысяч, то восстановишь себе 4 поинта. А если ты купишь 5 маленьких аптечек, которые ты потратишь те же самые 10 тысяч, ты... Кто придумывал эту схему, блин, финансовые, блин, пирамиды? Ёпарас, это 4 этих, все, идите лесом. Ай, давайте мне бенч. Ну дайте мне бенч, не будьте жадами, это жлобами. Трэм стейшн, это вот это, которая. Не хотел бы так-то ее обходить бы вот через здесь. То, чего мне сейчас не хватало. Что там топало? Так. О, бенч! Вот смотрите, один поинт восстанавливает. Один поинт. Видели, да? То есть покупать большие аптечки финансово невыгодно. А, так, костюмчик. В костюмчике у меня хпшка есть еще? Фиг. Есть size, duration, тот все это. Так, у меня, кстати, 9. 9 это неплохо. Если бы у меня была хпшечка бы, блин. Кстати, может мне duration все-таки прокачать? Пофиг. Я вобью в костюм все, что у меня есть. Оно все. Получается на стазис, на duration, zone и это. Но, возможно, мне это когда-то спасет жизнь. Катер. Катер у меня сейчас, по идее, самая козырная пушка. Что это у нас? Миллиатакс. Оно мне, в принципе, не особо надо, но дэмэдж я бы поднял. Хорошо. 6. На пульс райфл я особо рассчитывать уже, наверное, не буду. Вот, на рипер я хотел посмотреть, что-то получше сделать. Но рикошет мне не нужен. Капасити, оно бесполезное, потому что на него постоянно не хватает патронов. Огнемет. Даже смотреть не буду. К сожалению, не хватает очень жестко.
лазерной ловушки, которыми я не пользуюсь, возможно, зря, но все же. И на нее тоже нет патронов. Контакт. Бим. 6. Increase size of secondary fire projectile. Возможно. Так, force gun. Ну, это уже распыление, потому что... Давайте я сделаю плазмокаттер сейчас. Rate of fire мне не особо важен. Мне важен damage. Я ее сделаю просто королевской такой дэмэджной пушкой. Capacity. Damage 200. Просто, чтобы каждый резочек шел прям вот такой вот. И у меня еще 3 осталось. У меня остался capacity и rate of fire. Capacity прям сильно не особо страдает. У меня их уже 20. К тому же есть апгрейд, который сильно увеличивает. На damage я его прокачал. Reload time у меня тоже полный, что радует. А special 3 это... А, да-да-да, то, что он будет... Может отбрасывать врагов. Блин. Спасет ли это меня тогда, когда меня зажмут в угол? Кто его знает? Кто его знает? Давай на capacity, capacity и вот сюда. Все, у меня осталось один capacity и 2 rate of fire, которые мне не особо важны на этой пушке. Это у меня будет что-то вроде ультимативной босс-пушки, потому что если у нас близится финалочка потихонечку... Двадцать патронов. Знаете что? Я ее поставлю вместо огнемета сейчас, потому что огнемет я почти полностью вычерпал. Четверка и поворачиваем. У меня на нее 3 обоймы. Снял. Reach the executive shuttle. Find the crew deck key. Нельзя оставлять маркеры в их руках. No shit. Так. Пока что берем Reaper. Мне бы сохранился бы, наверное. О-хо-хо-хо-хо! Смотрите, смотрите, церемониальные свечки. Здрасте. Ох, как у вас вон сохранялка, вижу. Как у вас тут уютно, по-домашнему. Мне дали целый стазис-пак, да? Crew deck card needed. Я понял. Немножечко подхилялись, хоть пол хпшки, но у нас есть. Я могу что-то продать еще? Мне дают возможность закупиться. Это что, какой-то босс-файт намечается? Ну-ка, ну-ка. Место. Место, кстати, у меня есть. Неожиданно. Неожиданно. Место у меня есть. К тому же я сейчас использую пилу, у меня она еще где-то будет. Так, ладно. Я потому и хожу с катером в руках. Потому что мне кажется, тут будет какой-то трешак сейчас. У вас нет ощущения трешака сейчас? А-а-а.
Ладно, тут поспокойней. Меня радует то, что мне дают патрончики на катер. Именно потому, что на данный... Именно потому, что мне на данный момент это самая прокачанная пушка, и когда мне начинают на нее давать патрончики, меня это, конечно, радует. Смотрите, чувак, блеванул от того, что вы тут делаете. Да успокойся, душ. Хм. Интересное кино. Стой. Деньги. Ага. Grab the ball, shoot the rings before time runs out, beating levels, yield. Правило Z-бола. Очень актуально в наше время. Ящички не открываются. У них не то, чтобы какой-то там левел допускал, они просто не открываются. А, это было просто два прохода. Мне наверх. Нет. Я не прочитал правила, если что. Я просто стреляю по этим. Это так нелепо сейчас, то, что тут происходит. Вот все, что нужно было сделать. Забейте. Так, а где? А, да? Сколько левелов я прошел, столько наград я получу. То есть эта игра что-то значит? Ладно. А, вот. Тьфу ты. Вообще шприты.
Ну, хпшку потратил. Ладно. Сколько у меня на нем патронов осталось? А, ну прилично. Давайте тогда со шваброй походим. У него неплохой дэмэдж по конечностям, хорошо расходится и... Да свали нафиг. И ты свали нафиг. Игра, ты издеваешься? Вот это хочу взять. В чем проблема? Все можно подтянуть, но это... Естественно, мне нету. Ну вот да. Посмотрели, как работают мины. Отлично. Вот сюда. Чем ты меня ударил, блин? Я тебе пил... Как оно там оказалось? Ну, короче, спасибо. Я опять без хпшек остался. Ну, это ж просто замечательно, правда? Что я им тут сделаю без хпшек? Это интересно. О! Хоть что-то. Меня держат на чистом минимуме хпшек, так что я тут как бы не сдох. Централ Нексус, отлично. Первый этаж. Погодите, почему первый? Ну дайте я воспользуюсь лифтом-то. Почему он заблокировался? О, Мерсер. But you already know. Dead or living, we all feel the markers to purpose. Don't you want to be reunited with the people you lost? Make us whole. Yes. Then why not with me? Mr. Temple has fused. But we are so close. Everything that has happened on Deshamora is just the beginning. When you put it that way, you and your marker can go to hell. Shame. No! God damn it!
Айзек, ты же понимаешь, что это ты только что его убил? Если бы ты разговорил доктора, возможно бы стазис прошел, ты бы дал ему шанс. А так, ладно. Молодец, Айзек. Так, на меня сейчас опять охотника направят. Как же ты заманал! Дружище, я тебе на полном серьезе говорю. Полежи, отдохни. Беги, пожалуйста. Куда мне? Что мне? Почему мне? А, я понял, что мне. Да иди ты нафиг! Почему? Какие... сюда. Остынь, дружище. Так, мне надо понять, что разрубать-то и где разрубать. Так, что мне надо сделать? Та, задание сюда покажи. Escape the Hunter. Я понял. Вон, вижу. Нет, не вижу, блин, это... Та... Так, народ, вы практически ничего не пропустили. Я еще не помер. Просто мне нужно было зарядить стазис. А он, у меня игра свернулась, потому что он тут же удобно все сделано. Все для людей. Я сейчас... Да беги ты, что ж ты спотыкаешься на каждом шагу? У меня 5 швабр осталось. Пока у меня есть возможность. О, у меня аптечка есть. Как так? Я ее не... подобрал и не использовал зря. Так, ладно, по крайней мере, я использовал свои 2 стазис-пака, которые у меня были. Давай без кислотных трипов, пожалуйста. Да, Айзек. Немножко себе хилочку добавлю. На лифте вниз. Так. О, бенч. Здрасте. Не туда. До свидания. Pain. You. Humanity is essential.
стоп, мне надо поменять пушки. Рипер у меня полностью закончился, практически одна пила осталась. Давай сюда. А вместо швабры, блин, вместо швабры пока ничего не сделаешь. Тут две обоймы, так, нам в эту дверь. Да. Знаете что? Я бы такой, если бы за мной охотник не гонится, я бы такой, чтобы вернулся, там был лут. Я сейчас вернусь на это сохранение, подожди. Да, я понял, мне назад. Вот это перезаряди. Окей, аптека. Нод, супер. Как минимум уже один раз не зря вернулся. Может, доиспользовать огнемет на них? О, мне что-то на винтовку дают еще. Неплохо. Это я заберу. Пилы, неплохо. В паникушных моментах пихают очень много разного лута. На тот случай, типа, если ты растеряешься и тебе станет фигово. Так. О, костюм! Твою за... 60! Ладно, у меня есть схемка на десяточку. Но это пятнашка, вы чё издеваетесь? Пятнашка! О, у меня, кстати, пулемет подзарядился неплохо, ну, в смысле, автомат, который. Один нод у меня есть, да? Костюмчик. О, костюмчик хочется, конечно. Давайте тогда вместо... Во-первых, Рипер вернем. Во-вторых, давайте я заряжу швабру. Чтобы патроны в нее ушли, и вместо нее поставим вот эту фигнюшку. Знаете чего? И вместо вот эту штуку вот сюда. Да, теперь зарядим Рипер. Ой, тут у нас удачненько еще и бенч есть. Давайте мы тогда оставшийся нодик куда-нибудь вкинем. В костюме у нас все. Костюм я просто полностью прокачал. Тут у нас практически все. Хорошо. Куда мы там шли? Нет. В лайнер? Нет.
Можно сюда дэмэджи, кстати, подкинуть. Форест ган я вообще не трогаю. А в огнемете? А в огнемете тоже не особо чего. Давайте в лайнере дэмэдж подымем, кстати. 175. О, получается, у меня сейчас плазма-катер по дэмэджу как швабра. Фига себе. Но он полностью прокачан, правда, по дэмэджу как швабра, но все же. Да, пойдемте в дэмэдж. 200 ему тоже сделаем дэмэдж. То есть, получается, он такой же, как катер, только шире. Ну и получается меньше боезапаса и медленнее атака. Но как дубляж вполне нормально. Так. А где было сохранение? Черт, оно же было где-то тут недалеко, или мне кажется. Ну пойдем. Ну, блин, нам надо на новый костюмчик копить. Отсюда полезет, не по... А, вот мы тут нод нашли, да, кстати. А, вот сохранение. Что ж, ребятки, я тогда думаю, будем на этом моменте заканчивать. Я уж не знаю, что нам осталось. Destroy Tendril Standing Ward. Короче, что-то надо уничтожить. Давайте тогда этим займемся уже в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, добра. Всем ладушек, всем покеда.